Вероника. Определенного рода дар у меня с детства идет по роду. Вот, что касается конкретной истории, у меня был запрос по здоровью относительно себя. Вот, я его все время себе задавала. И однажды, когда я пошла спать, я знала, что сегодня ночью я на него получу ответ. Но как я на него получу ответ, я этого не знала. Соответственно, когда я уснула, ну, как всегда, как и все уж, вот, я как будто провалилась куда-то, в какое-то место. То есть место было больничного такого типа, куча людей, и надо мной какие-то манипуляции проводили. То есть я лежу, я вижу людей, люди подходят, но они что-то там на своем каком-то там китайском, не знаю, на каком-то языке говорят, я их не понимаю, но у меня в голове остается запрос. И вот ко мне подходит женщина и говорит, что... Ну, то есть дает ответ на мой запрос, говорит, не бойся, все хорошо, сейчас ты на него получишь ответ. Вот. И то есть я это все вижу. Далее я как будто бы уже там вываливаюсь из своего тела. Вот, наверное, как описывают в книжках, вот когда попадаешь в астрал. Вот. И то есть я, получается, вываливаюсь, прям меня выбрасывает куда-то в пространство. То есть я в этой же больнице нахожусь, но я с закрытыми глазами. Я боюсь их открыть, потому что я очень много начиталась про астрал. И я просто боялась их открыть. Но я знала, что я не во сне. То есть я полностью себя осознавала. Вот. Потом я на какой-то момент просто их открыла, посмотрела назад и увидела себя. Снова повернулась и поплыла. То есть это не было каким-то хождением. Это больше было похоже на такое умиротворенное чувство. Именно вот порхание. То есть я плыла через какие-то синие ширмы, и я вспомнила про серебряную нить, о которой я тоже читала, что если хочется вернуться в тело, нужно подумать о теле. Соответственно, я о теле подумала, и меня снова прям вот как будто вот вбросило в него, как вот провалилась в, не знаю, в батут, что ли, вот прям резко, мягко. Вот. То есть я ощущала, что я уже в теле. И потом снова я подумала, что, то есть мне этот опыт понравился, я решила снова попробовать, и снова меня выбросило второй раз повторно. И дальше я уже дальше, то есть путешествовала. Это были коридоры, белые коридоры с какими-то синими ширмами. Вот, потом я снова подумала вернуться назад, и уже я окончательно вернулась в тело, и уже само возвращение я прочувствовала уже на себе, как бы спящий. То есть я спала в комнате ребенка, и я прям, то есть я прям почувствовала, как вот, не знаю, звездой, что ли, я прям провалилась в тело, уже свое тело. И опять же боялась открыть глаза, потому что не знала до конца, то есть я вернулась или не вернулась. Прочувствовала свою каждую клеточку, прочувствовала себя, каждый орган, руки, ноги. И уже потом открыла глаза, и я уже вижу, что я лежу в кровати с ребенком в своей комнате. И я на тот момент поняла, что да, это было путешествие, это был астрал, но меня туда вели. То есть это было не просто какое-то спонтанное такое путешествие, а меня прям вели. Именно вот это ощущение парения, спокойствия, вот когда... Ну вот спокойствие такое, вот я не знаю, его ни с чем не сравнить. Такого ощущения здесь никогда не испытывала, наверное. Осознанные сновидения, они у меня были всегда, я могу контролировать сны свои, вернее, раньше могла, потом я сказала в итоге себе, стоп, я больше не хочу, и у меня это прошло. Вот. А разделение сознания... Ну вот сейчас бывает такое, что я, например, могу что-то делать и проваливаться. То есть я здесь, мое тело здесь, я физически здесь, но мое сознание не здесь. Как будто вроде здесь, а в то же время не здесь. Обычно это дом бабушки. Именно почему-то туда, в одно и то же место я проваливаюсь.
ее встречаю, с ней разговариваю, и она мне говорит, беги отсюда быстрее. То есть это вот что-то вот такое вот. То есть именно туда проваливаюсь. Очень давно отказалась. Это было еще, наверное, с детства, потому что я не понимала, что происходит. И я сказала, больше не хочу. И вот оно как-то у меня прошло. Есть, наверное, такое. То есть, например, сон у меня какой-то снится. Я просыпаюсь. И мне хочется его продолжить. Я засыпаю дальше. Я продолжаю именно этот сон, который мне нужен, в принципе. Понимания нету до конца сейчас.